Есть очень интересное мнение в еврейской традиции, которое может немножко пролить свет на понимание Машеха. Есть мнение, что Машеах вообще придет и научит чему-то только народы мира. То есть Машеах не придет к Израилю, а придет дать новые заповеди и новое учение народам мира. И через это новое учение народы мира присоединятся к Израилю. Это не мнение апостола Павла, это мнение, опять же, Раби Элазара, Раби Элазара Шмути, Раби Элазара Великого, одного из таких самых авторитетных учителей Мишны. Но оно, в общем-то, соответствует мнению и апостола Павла в том значении, что Машиах присоединяет евреев. Нету другого аспекта, что и Машиах, он пришел и к еврейскому народу, что еще должен быть принят еврейским народом. Но я думаю, что мнение Павла, оно не очень расходилось с мнением Элиэзера, когда Павел говорит о том, что Всевышний искушает евреев не народом, что он избрал язычников, дал благовествование язычникам для того, чтобы евреи искушались. Я думаю, что часть замысла, что через принятие язычниками Машеха, суть Машеха должна раскрыться еврейскому народу. Через то, что на этот раз Машеах сделает с язычниками. Точно так же, как язычники приходили к Богу, созерцая, что Машиах делает, что Всевышний делает с Израилем, я думаю, что в данном случае будет происходить немножко обратное, и мы увидим, что Израиль делает с язычниками, что Машиах делает с язычниками, как он их преобразует, и через это, по замыслу Всевышнего, вот та самая ревность, о которой говорит Павел, будет возбуждаться в Израиле, и Израиль придет к Машиаху, а замысел, соответственно, придет к завершению. Потому что только через принятие, через вот эти изменения, которые должны произойти в язычниках, Израиль может принять Ишуа, только так Ишуа будет править. Соответственно, эти изменения язычников, они приводят не только к спасению их, к спасению Израиля, к спасению и восстановлению в замысле всего мира. При этом очень важная деталь, что мы говорим не о том, как хорошо язычники будут знать Писание, как они могут знать Писание, а о реальных изменениях, не о догмах, не о стихах Библии, которые язычники могут научить Израиль, а об образе жизни, о том, что образ жизни их будет так изменен, что это будет свидетельством Израиля силы Машех. Поэтому, когда язычники пытаются евангелизировать как-то Израиль, в подавляющем большинстве это не только не работает, это работает наоборот, это удаляет евреев от Евангелия. My friends, is the blessings of God upon Israel? Have you turned away from the living God? Where is your heart today? Do you long to please God with your lifestyle? I would never do this, my friend. Why? Yeshua is King of the Jews, Jewish of Jews. He is the most Jewish person you know. And he will bless you if you run to him. He will heal the wounds of your soul. Слишком корявым, неточным и совершенно далеким от того понимания, которое у евреев, выглядит эта евангелизация. Когда язычник приходит евангелизировать еврея, каждым своим словом говорит: я не понимаю Писание, я не понимаю вообще, что я говорю, я не понимаю, что я там читаю. Но если он может показать какие-то свои личные качества, свои личные изменения, это не догмы, не толкование стихов, а именно это есть свидетельство работы Ишуа в этом мире, и поэтому Израиль может что-то увидеть в Машихе, и это
сегодня функция взаимодействия Израиля и язычников. Израиль может раскрывать Тору, раскрывать букву Торы в мир, раскрывать какие-то смыслы Торы, а язычник может явить, родить эти смыслы в себя, может явить Израилю эти качества, реализованные в себе. Когда Израиль это увидит, когда Израиль будет готов встретиться с язычниками в этой точке, тогда и может начаться, собственно, сам процесс воцарения Мессии. Вот такие, на мой взгляд, должны быть функции народов. Поэтому, когда кто-то порывается ехать в Израиль и учить евреев, в подавляющем большинстве случаев можно сразу сказать, это обречено на провал. Сегодня евреи, принимающие Евангелие, это единицы, а евреи, слушающие евангелизацию, это практически ноль. Если вы хотите, чтобы евреи приблизились к Машеху, покажите им Машеха в себе, в своих качествах, не в своих толкованиях Писания. Не в Писании покажите им его, а в себе, на своем сердце, в своем образе жизни. Это может быть единственным приемлемым свидетелем для евреев. А если вы хотите понимать Писание, если вы хотите узнать толкование Писания, понимать его смысл, ищите этого у евреев, спрашивайте, задавайте вопросы, и так может родиться настоящее общение. Это может быть общей почвой для общения и совместного изучения.